рыбаки, охотники, все дела. Как вы думаете, куда мы приехали? Красиво, 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 ребята. Давай, закидывай. Уже закинули. Андрюх, спасибо за стульчики, они классные. Витьку я уже с рыбкой показывал. Давай, кирвой. Да. Вот он. Я рад. Что ж. То-то же, гольфоводы, нас много. А пацаны объедут, да, получается? Я представляю, мы сейчас подъезжаем, а они подплывают. Подплывают, а через туннель. По-любому. Я помню в Чардаре, как я поднимался, это было что-то. Ну что ж, дорогие друзья, всем доброго времени суток. Вы на канале Большой Ди, с вами, собственно, Большой Ди, Витя. Витю вы уже знаете, он у нас уже был. А вот смотрите, где мы катаемся. Во, тут кемпинг, рыбаки, охотники, все дела. Как вы думаете, куда мы приехали? А мы приехали на рыбалочку, на Сырдарью. Ну что ж, принесите себе что-нибудь покушать вкусненького. Поставьте лайк, напишите коммент, подпишитесь на канал и... приятного вам просмотра. Лес и поля, горы, реки и моря, даже небо и земля, это ты, это я. В общем, едем выбирать другое место, друзья, не переключайтесь. Так, дорогие друзья, мы находимся на ралли-гонках. Сегодня у нас, я сейчас вам скажу, 21 число 3 месяца. Главный водитель у нас сегодня Виктор. Ух, вот он, Шумахер. Отдыхает вообще в сторонке, курит. Вот она, рыбалка, народ, начало. Вот это офигенное ощущение. По песочку я его помню. Особенно помню, когда мы приехали. В общем, друзья, место было хорошее. Собственно говоря, почему мы не остались? Потому что там уже ребята сидят и сказали, что кроме карася, да, никого нету. Мне бы, конечно, подошел и карась. Смотри, такой опасный момент. Угловой. И мы зашли в поворот. Красиво, 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 ребята. Вот он, Невасик стоит, люди тоже отдыхают. А где люди-то? А люди там внутри. Че встал? Двигай давай, вперед, Дорогие друзья, картинка прыгает, но картинка хорошая. Кстати, снимаю на приложение Open Camera. Я про него уже говорил в предыдущем влоге. Приложение очень хорошее для Android. Не знаю, есть ли оно на iOS. Я думаю, для iOS оно не нужно, так как там камера все-таки получше. Стабилизации, конечно, ноль, но я думаю, картинка все равно будет хорошая. Наш главный водитель... серьезно сидит. Да воду просто пить хочет, поэтому сушняк. Дайте воды. А вот она, Дарья, канал. А мы едем, какое-то озеро ищем. Вон там впереди, видите, вот машинка, я не знаю, сейчас увеличение. Во, увеличение есть. Вот там сидит великий Сусанин. Да, Сусанин. Давайте отрубим Сусанину ногу. Пошли вы все нафиг, я вспомнил дорогу. Сусанин с пьяным штурманом. Да. Ребята, вашему вниманию. Супер. Я не знаю, сплошная, разделительная. Разделительно-сплошная, которая идет по правую сторону, а мы, собственно, едем по встречке, получается. Это вообще весело, ребята. Как можно? Пожалуйста, напишите в комментариях, вообще, в каком состоянии должен был быть человек, чтобы сделать такую вот разделительную полосу. Дамы и господа, дорогие друзья, в общем, с горем пополам мы покатались. Первое место, которое я вам показывал, благополучно уже заняли. Мы тут
туда вернулись, но оно занято. Дует ветер, я не знаю, как меня опять же будет слышно. В общем, вот такой бережок у нас уже закинули. Сейчас посмотрим, что да как здесь будет. Не знаю, поймаем что-нибудь, нет. Настроения, честно, сейчас нету. Прям такого вот мощного настроя, с которым я ехал. Естественно, из-за места мне не понравилось. Но не исключен сей факт, что мы все-таки что-нибудь поймаем. А так, конечно, нет, все здорово, красиво, природа, рыбалка, Дарья здесь, на этом месте я еще не был. Это Женькина с Настей, здесь вот мои с Настей. Не упасть бы тут, вот у нас какой скат тут. Тут. Еще раз извиняюсь за качество, друзья. Экшн-камера немножко подустала, но если что, может быть, еще на телефон буду снимать. Ну, разберемся. За ветер простите, пожалуйста, сделаю сейчас озвучку. Если не сделал, значит, нормально. В общем, как-то так. По погоде что? В принципе, ну, Женьке прохладно. Мне, в принципе, тепло, нормально. Капюшонка все закрывает, все места, самая голова, почечки, все. Все нормально. Моросит небольшой дождик, тучи бегут быстро. Может быть, вот там вот горизонт, может быть, откроется. Посмотрим. По крайней мере, мы здесь до завтра, ну, а там будет видно уже. Не переключайтесь, друзья. Всем удачи. Дорогие друзья, вот они, напряженные моменты, когда ты стоишь и ждешь, клювает или не клювает. Да, это второе видео после приветствия. Извиняюсь, друзья, за ветер. Да, снимаю я на телефон. Картинка, кстати, отменная. Здесь мы расположились, как я уже показывал. Евгений Евгеньевич, пока тишина, но мы ждем. Давай, закидывай. Ты неси меня, река, за крутые берега, где поля мои. Друзья мои, мы все рыбачим, а времени у нас 11 часов 30 минут. Вот такая вот красота. Можете видеть прелесть, такие тучи. Ветер ослабился, кстати. Там он, видимо, дождик идет вдалеке. Ну а у нас, конечно, в нашу сторону тоже идут тучи. Ну посмотрим. Ой, клювало пару раз. Да, не снимал. Клювало сильно, сорвалось. Либо клювало, либо зацеп. А один уже нет, не один, уже два зацепа у меня. Ну продолжаем дальше. Не знаю, что-то ничего не идет. Место не ахти. В общем, дорогие друзья, что хотелось бы сказать. Улыбка у меня фальшивая. Клёва нет. У меня третий зацеп полноценный. Оставил все. Грузило два крючка. Еще раз. То есть третий раз. Позади меня стоит удочка Евгения Евгеньевича. Он сейчас отошел в лагерь к пацанам. Что могу сказать? Природа кайфует. Все классно. По погоде, как я уже сказал, пойдет и, в принципе, развеивается. Вот там уже просвет видан. Может быть, будет все нормально. И вот так вот, собственно, все выглядит. Удочку я положил. Андрюх, спасибо за стульчики, они классные. Мы ими пользуемся. Вот такая вот тут природа. Здорово здесь. Не знаю, что сейчас будем делать. Другое место, может, искать. Может, получится.
Видон у меня, наверное, пипец. Мы поспали, все хорошо, покушали, шурпичка, все супер. Серега, спасибо большое, если ты смотришь. Ну, ты не смотришь, короче, забей. В общем, рыбачим дальше. Витьку я уже с рыбкой показывал. Была у меня поклевочка, но упустил. Ничего страшного, все впереди. Проснулся Евгений Евгеньевич. Вот он, пись вам передает. Вы видите, да? Вы видели, да? Вот этот, как сказать? Гениум инженерии. Есть, да, такое? Короче, теперь есть такое выражение. Евгениум инженерии. Евгениум инженерии. У нас вот с Витей как-то так, ну, я не знаю, так пока. Покахонтас. По колхозному, по домашнему. А вот здесь Евгениум инженерии. В общем, друзья, ловим, пытаемся, стараемся. Ну, ведь, по-моему, старается. У него сделка с дьяволом. Инферни секторес. Нунк одитей. Да, он договорился, как я с зеленым коридором, так он с рыбами. Так, ну что ж, дорогие друзья, пришло время снимать на зеркалку. Кадры вы увидите с экшн-камеры, с телефона Xiaomi 4 Pro, там чего-то как-то. И Canon. Гулять! Блин, Серега, вот опять запикивать придется. Ты просил чайник? Да, нет, я специально костровой. Вот у нас наш пикничок, так сказать, пикник у обочины. У обочины реки. В процессе. Да. Сборки пикничок. Мусор мы складываем, пожалуйста, смотрите. Ребята, никогда не оставляйте за собой мусор. Кухня полевая. Не обращайте внимания на стол, это дюшес стоит. Все нормально? Да-да. Ну, кому буратино, кому дюшес. Кто что любит. А вот все, что у нас вокруг. Природа, хорошо, классно. Ветер подустал, видимо, дуть. Вот кареты стоят. Не, Майбах по-любому, ты что? Вот она, красавица, стоит. Вообще, огонь. Давайте посмотрим на наше место, где мы рыбачим. Естественно, мы еще с Женькой ничего не вытащили, к сожалению. Я думаю, вытащим. Слушайте, а на зеркалку влоги снимать прикольно. Вот что-нибудь пойдет. Так, ребят, там матеряться, я думаю, вам не слышно. Самое главное, чтобы было слышно меня. Красиво, ребят, очень красиво. И на зеркалочку, если честно, удобно все это снимать. Вот она вся красота, стабилизация у нас есть, вообще супер. Вон серьезный Евгений Евгеньевич идет, разговоры разговаривает. Прикормочку вот сделал, вот она, прикормочка у Евгения Евгеньевича. Это кто? Леха. Лехе привет огромный. Леха, тебе привет. Салам тебе. Спасибо. Там ребята. Ну, воды не надо. Времени у нас вот, пожалуйста, 7 часов 2 минуты. Ой, красота, отдых. В общем, отдых хороший. Сырдарья, все как надо. Так, Женя, ты что-то поймал или зацепился? Ну-ка, давайте, ребята, посмотрим, что там у нас у Жени. Вот он тянет. Тянет, потянет, вытянуть не может. Или может? Может. Может. Он силач. Он силач, но, к сожалению, рыба ушла. Рыба ушла. Вот он меня убить хочет, продырявить. Андрюх, спасибо тебе, кстати, за стульчики. Вообще, тема очень классная. Очень удобная. Обязательно приобрету себе такие со временем. Сперва надо будет сделать машину. Дорогие друзья, вот вам и красивый закат. Очень красивый кадр, просто супер. Жалко, штатив не взял. Сейчас бы можно было поставить, посмотреть, как солнышко до конца заходит. Так, ну а мы, в принципе, мы ловим дальше, стараемся, что-то как-то. Собственно, вот она вся рыбалочка. Ништяк? Селфи-камера. Ой, друзья, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, написать свой царский комментарий. Да, я снимаю на зеркалку, это новый формат какой-то, новое качество, в общем. Вот позади меня закат, наши снасти, в общем, все как надо. Евгеньич там, как обычно, мужики, все дела, все, там кушать у нас готовится. Давайте посмотрим. Тут уже палаточка наша стоит ребятам.
А сам я буду спать в машине. Наш закат розово-оранжево-розовый. Красота. Супер. Настя, Женька сидит. Что-то делает. Давайте посмотрим, что он там делает. Последим за ним сейчас. Что-то там снаряжает. Все наворачивает. Как надо. Удочки наши стоят. Ждем. Давай, килевай. Да. Вот он, дорогие друзья. Не знаю, как меня видно, но вот он, красавец первый, которого мы поймали. Это кто, подлещ, да? В общем, подлещик поймал. Ну, приятно, уже здорово. Хотя бы одного. Мы, собственно, пока ужинали. Вот, удочка дергалась. Я говорю, да ладно, просто. И уже доел. Пацаны говорят, давай, говорит, иди вытаскивай. Ну и вот, собственно, подлещик. Ну, я рад. Виктор, пару слов скажете? Замечательный отдых. По-любому. В общем, дорогие друзья, у нас уже ночь. 10 часов, подсказывает нам Евгений Евгеньевич. Наш костерок, наше место трапезы, так сказать. Вон, мужики угорают там в палатке, плохо видно их. Давайте ИСО поднимем. Даже вот так пусть, 25600. Качество, конечно, не очень, но зато все видно. Собственно, вот такой у нас лагерь. Я сегодня лягу, скорее всего, в машине, ну, то есть по-любому. Спальник есть, чтобы не замерзнуть. Ребята, вон, в моей палаточке. Вот данный зеленый огонек, это удочка Евгения Евгеньевича. Рядом еще мои стоят, но они на мигающих огоньках. Увидели, что я вытащил пока всего одного подлещика, но уже что-то. Приятно, все равно приятно. Вы знаете все, что я люблю именно спортивный интерес, спортивная рыбалка, отдых. Одну поймал, рыбалка удалась. Ох, как видно наше кострище. Вот у нас все шикарно. Вот Евгений Евгеньевич пошел. Это наше место трапезы. В общем, друзья, что хотелось бы сказать. Вернее, уже утро. 6 часов 13 минут утра. Все еще спят. Я увидел, как мигает удочка. И уже не первый раз. Да и одна, и вторая. И решил вот встать. Сейчас посмотрю, что там есть. Есть ли вообще что-нибудь. Телефон не могу поставить, чтобы куда-нибудь снять. Сейчас достану. И либо фотографии, либо отсниму. Давайте. Ну что ж, друзья, вот. 16.15, 16.17. И вот он, родимый, попался. Провисел там, наверное, долго. Но я вам скажу, уже больше, чем первый. Это уже приятно. Сейчас будем проверять вторую удочку. Что ж. В общем, друзья мои, перезакинул я удочки. Улов был только на вот эту вот удочку. Сидел, видимо, там красавец, ждал, пока я его вытащу. На этой, на второй моей удочке ничего не поймалось. Печально. Женькину я проверять, наверное, не буду. Пусть сам он сделает это. Ну, то есть, это же, наверное, какое-то своеобразное удовольствие проверить. А вдруг там и правда рыба. Потому что ее тоже дергало. Ну, посмотрим. Мою вот эту длинную удочку тоже дергало. Толку ноль. О, пожалуйста. Сейчас посмотрим. Килюнет, не килюнет. Пока не килюет, видите? Видимо, распробуют. Либо течение тем временем. Блин, вам не видно. Вот с той стороны, сейчас куда я показываю, уже начинает светлеть. Сейчас, если я уберу фонарик, толку не будет. Подниму фонарик. Блин, да, не видно. Ну ничего. Ладно, ждемся. Дорогие друзья, вот рассвет. Светает. Тучками пока, правда, все затянуто. Но я думаю, сегодня, наверное, будет теплее. По-любому. Посмотрим.
Снимаю пока на телефон. Уж извиняйте. Хотелось бы, конечно, картинку покачественней. Что-то маленькое посмотрим. Вообще многое для себя понял за сегодняшнюю, ну как за сегодняшнюю, за данную поездку по рыбалке, так сказать, есть нюансы, которые, ну, добавил для себя, скажем так. Там, что надо с собой, допустим, еще брать, ехать пассажиром, либо за рулем на своей машине. Ну, тут уже, конечно, любителя. Так, что там у нас? О, Женькина. Сейчас будем доставать. Женя, твоя. В общем, дорогие друзья, подснять не успел. Вот он там, мой подлещик, которого я поймал. Вот он создает движение. И вот эта вот здоровая машина, самячья, это буквально я вытащил, не знаю, минут 15-20 назад. Это уже на Женькину удочку. Все-таки я вытащил, как вам и сказал, пойду посмотрю все-таки, что же на ней. И сейчас мы... Так, давай, сейчас мы сделаем махинацию века. Вот, кстати, наша рыба. Вот вы просите показывать? Вот она. Вот все, что наловили. Вот, красавица. Здорово, вы видели. Ну что ж, дорогие друзья, рыбалочка продолжается. Времени 8 часов 4 минуты. Позади меня мужики уже встали, костерок разводят. Как вы могли видеть, за всю рыбалку я, получается, вытащил троих, двоих на свою удочку. Опа, так, вот это интересно. В общем, ребят, я так и не говорил, дернула удочку. Дернул ее я и сорвал, оставил там два крючка. Ну, ничего страшного. Как говорит Женя, крючки – это расходный материал. Что у нас по ловле именно на сегодняшний день? Два этих, подлеща и Женькиной удочки сама. Ну, вы видели, да? Я показал, как мы его переложили потом. Так что как-то так. Ну и Витька вчера. Сколько? Четырех, пятерых, я не помню. Пацаны там тоже что-то поймали. В общем, как-то так. Продолжаем, рыбачим. Время 8:21. Сейчас, наверное, там чаек-миек, завтрак. Ну и после обеда домой. Видон у меня, наверное, жесткий. Да, это жестко. Все, друзья, не переключайтесь. Дамы и господа, время DSLR камеры. Ну как, какое качество лучше, на телефоне или с Кэнона? Женька уже проснулся, закинулся уже. Ну, в плане удочки закинул. Ну что ж, лагерь уже потихоньку встает, просыпается. Витя, что у тебя такой вид, как будто ты всех убить готов? Сегодня у нас мастер-класс от Сергея. Приготовление яичницы, да, я так понимаю? Ага. Планируется. Ну что ж, друзья, к нам присоединился Серега наконец-то.
рыбалочка. Так что сейчас будет еще интересней. Не, ну раз Серега присоединился, сейчас клев будет вообще огненный. Серега присоединился, сейчас будет клево. Ну что ж, друзья, мы позавтракали, чаек попили, все шикарно. Серега сделал яичницу, но вы видели все видосы и все дела. В общем, все вкусно, все очень здорово и продолжаем рыбачить. Будет рыба, включимся. Дорогие друзья, четвертая поимочка. Мужики говорят лещ, я не разбираюсь, значит лещ. В общем, вот такая вот сильная падла. Очень приятно. Вот вы говорили, где рыба. Вот вам рыба, пожалуйста. Супер, спасибо, Серег. Ништяк, все, радуйтесь. Дорогие друзья, времени 11 часов 30 минут. Продолжаем рыбачить. Позади меня Серега сидит, если видно. Солнце, да, в камеру светит, ну ладно. Вот, здесь же позади меня где-то Евгений сидит. Пришел, порыбачил на поплавок. Нифига. А как вы могли видеть, да, предыдущий кадр. Поймал еще одного леща, и все. Играется, ест, у всех все сжирает. Даже спасибо не говорит, и дальше пошла. В общем, как-то так. Мы пока продолжаем. До скольки мы сегодня, Серег? Так что, друзья, вот так вот сейчас кушать, обед. Что хотелось бы сказать? Знаете, что хотелось бы сказать? А вы подписались на канал? Кто не подписался, давайте бегом. Сделайте из красной кнопки серую. Покрасьте. Один клик, и она перекрашивается. Комментарий обязательно. Ну и лайк. Палец вверх, без него никуда. Вот оно, наше красивое место. Природа. Просто супер. Красота. Дорогие друзья, следующий улов. Небольшой, с ладошечку, да, меньше. В общем, короче, в облачко. Ждали, клевануло. Все, пойдем закинем ее в садочек. Так, дамы и господа, клюнула удочка. Женька успел дернуть. Сейчас посмотрим, будет ли какой-нибудь улов. Кстати, до этого Женек еще две вытащил. Я просто их не подснял, небольшие, но хорошие. То есть рыба есть. Вот, и сейчас есть. Сейчас мы прям вот в режиме лайфтайм. Так, казан там. Кто это у нас? Кто это у нас? Подлещик, да? Подлещик хорошенький, смотри, хорошенький. Вот он красавец. Оп. Вот он, родной. Что-то дежавю где-то уже было. Вот рыба красавец, где красавец? Вот он. Во, есть контакт. Держу. Все. Эх, рыбалочка. Ну что ж, дорогие друзья, подходит рыбалочка к концу. Наловили достаточно рыбы. Ну как достаточно? Нормально. Нормально так наловили. В принципе, вон Женек там тоже болтает. Ребята уже собираются. Уже все сматываются, складываются. Скоро будем выезжать. Как вам эта рыбалка? Напишите обязательно в комментариях, понравилось, не понравилось. Старался сделать интересный контент для вас. Надеюсь, получилось. Вот, друзья, видите, коровушки тут ходят. Мы уже все собрали, вот наше место, на котором мы, собственно, отдыхали. Ни мусора, ничего, заметьте. Как я обычно говорю, убирайте за собой мусор. Секси, да? Роза сгоришь. Секси. Какую-то, блядь, неделю тут жил. Страшный, как смерть. Ну что ж, дорогие друзья, вот и закончился наш отдых. Собрались, все, ребята уехали чуть раньше, а уже мы вчетвером вот насобирались нормально, все, и выезжаем домой в город. Вот такая была вот рыбалочка, отдых. Вы все видели. Спасибо большое, кто досмотрел до этого момента. Я жду от вас подписки, вашего комментария и лайка. Жарко ужасно. Вчера, ну вы видели в ролике, какая вчера была погода, да, с утра, когда мы приехали, и какая сейчас. Что еще сказать вам хорошего? В принципе, мне понравилось. Мы едем, кстати, ребята, мы едем, знаете, на чем? Вот, посмотрите, на чем мы едем. То-то же, гольфоводы, нас много. Так, ладно, нам сейчас будет мешать холодильник, он возмущается, так что... Ну что ж, дорогие друзья, вот мы и дома. На этом видео подходит к концу. Вот он уловчик, собственно, весь, который был. Это ребята скинули, и я поймал. Так что все круто. Говорили показывать рыбу, я показываю. Все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, пишите свои комментарии, следите за новостями. Думаю, на канале будет очень много хороших, интересных видео. Всем удачи, всем пока!